Сегодня мы поиграем в Майнкрафт, как всегда. Мне тут креветки дали. Очень вкусно. Новый мир. Знаете, мир. Да-да-да, мир будет нормальный. Название мой мир, это мой мир. Чтоб все знали. Ой, у меня спина заболела. Все. Меняем позу. Бра-б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 ра. Кухня. Я буду время от времени останавливаться, потому что у меня креветки. Бомбони. Я на салатике бомбони. Тики-бомбони. Нет, это вот это тики-бомбони. Тики-бомбони, это не кафе. Ведь у нас его не ест. Но зато боится, как хомяк. Все, мои друзья, не просто так. Я подумал, что это огромное такое. Блин, гений. Все, есть. Клетка. Ой, ногу сломала. Короче, не будет мяса. Нет, будет. Сколько много выпало, ладно, пойдем. Пожели. Я не буду прикакать. Привет, хейтер. Это хейтер. О, у меня столько еды теперь будет. А, надо... Ну, ручки, ты обо что вытираешься-то? Говорю, дай салфетку дам. Я принесу. Кухня мне. Пещера. Салфетка такая на парашюте летит. Смотри. Катя, лови меня! Лови! Давай.
губки тоже красивые свои вытираю. И там держу у себя на это самое. Нет, нет, больше не нужно, больше не нужно. Так, а креветки будешь доедать? Давай сюда, папе. Да. Че, да? Уйди. Да уйду, уйду. Креветки. Я снимаю. Креветки будешь доедать? Да. Я чай принес. Вот стоит. Чуть остынет. Можно будет его попить. Одну сердечко, повторяю, одну сердечко. Не отвечай, пожалуйста. Глупый, 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 я читал. У него супер луки. Все, меня нету. Я в дереве появилась. Я гений. Просто мульти сделали. Ну, теперь заходим. А у меня ноль досок. А тогда надо сделать доски. Я гений. А теперь можно сделать меч. Берегитесь, где самая опасность. Берем нашу штуку. Простите, фанаты, но я просто не знаю, как это реально называется. Я делаю видео по Майнкрафту. Катя, 6 годиков. Нет, я не буду туда плыть и говорить, что это бассейн. Я уже однажды так утонула. Скелетом плечом. Ладно, будем вызывать как не как новичок, не как новичок, как сейчас, а как просто вина, овечка. Овечка, мне нужна шерсть. А шерсть все просто вина добывают именно так. О, мне выпала шерсть. Аллилуйя. Так, поедим мяско. И еще одна овечка. Мне нужна еда, я жестокая, да. Все, 2 сальсти. Тёленькая и беленькая, и не няня. Ля-ля-ля, берёза! Да, очень удивляюсь берёзы, просто я очень люблю берёзу. Не только в Майнкрафте, но и всё и в жизни, она такая красивая. Пятнистая. Ты где такое видно? Красивое дерево? Да. И не висай. Где папины глазки? Нет. А чьи? Мамины. Мамины? Да. Нос папы? Да. А глазки мамины? И близок глаз тоже. Так, о, я нашла гору. Забираемся на гору. Гору? Гору. Не мешай. Я вижу овечку. Это не овечка, это чудо. Это чудо зверей. Это железо. Ладно, да будем. Ну-ка, глоток чая сделай. И попробуй. Остыл чай? Нет, я снимаю. Перерыв сделай. Нет, я снимаю.
Ну ладно, а потом я снимаю. Вот, попробуй. Я и снимаю прохождение в Майнкрафт. Только смотри, не обожгись, попробуй. Не горячо, сначала губками попробуй, губками. Губки приложи, потрогай. Вкусно. Возле Сантика где? А папе тарелочку отдай пустую. Неси сюда.